Меня зовут Владислав Царенко, я из Украины. Я музыкант, играю на гитаре, пишу музыку в атмосферном инструментальном пост-рок стиле и параллельно занимаюсь тем, что управляю дизайн-студией для Metal и Rock Group. Я приехал в Чехию 6 лет назад. Сейчас я учусь здесь на магистратуре, на специальности маркетинг. И еще два образования закончил здесь в области туризма. Я играю на гитаре около 8 лет. Мы играем пост-рок, инструментальный, атмосферный. Уже издано 2 альбома, и вот мы начали играть живые концерты вот с этой группой буквально недавно. В качестве приза я бы хотел получить возможность купить себе наконец-то новую аппаратуру, с которой я бы смог ездить в туры, играть хорошие концерты с качественным звуком, и чтобы мне не было стыдно за звук. Музыка для меня – это способ донести какие-то мысли, эмоции до людей, заставить их о чем-то задуматься. В каждой своей песне я пытаюсь рассказывать какую-то историю и оставить людям место для ее интерпретации, чтобы люди о чем-то задумались, возможно, заметили какие-то вещи, которые я старался передать через музыку. В инструментальной музыке довольно сложно показать человеку, о чем именно она, но я надеюсь, что у меня получается.